Икарус 435Т является преемником серийного троллейбуса модели Икарус 280Т. Внешне и внутренне практически ничем не отличается от своего автобусного собрата. Устанавливалось электрооборудование фирмы Ганс и обус Кайпе. Ввиду устаревания модели Икарус 280Т, равно как и остального модельного ряда 200-й серии, было принято решение наладить выпуск нового троллейбуса на основе более современной, в то время, модели автобуса Икарус 435. В 1992 году был выпущен первый опытный экземпляр троллейбуса этого семейства под индексом Икарус 435ТД. Икарус 435ТД стал вторым в истории Венгрии троллейбусом, оснащенным автономным ходом на основе дизель-генератора и одновременно единственной сочлененной моделью троллейбуса в таком исполнении. В данном исполнении этот троллейбус можно назвать дуобусом в силу наличия двигателя внутреннего сгорания и также является одним из немногих дуобусов, спроектированных на Икарусе. В начале 2000-х годов единственный экземпляр троллейбуса Икарус 435ТД был перестроен в автобус модификации Икарус 435-40, вследствие чего вся электротяговая составляющая была удалена, а вместо двигателя MAN D2866 получил другой, более мощный мотор марки RABA D10. До недавнего времени в истории Европы Икарус 435ТД был единственным сочлененным троллейбусом с дизельным автономным ходом. В 2013 году белорусское предприятие «Белкоммунмаш» выпустило аналогичный дизель-троллейбус АКСМ 433 «Витовт Макс Дуо», который, в отличие от проекта в основе семейства Икарус 435, был первоначально создан с оглядкой на одиночную модель троллейбуса АКСМ 420. В 1994 году Икарус начал серийный выпуск упрощенной модификации троллейбуса Икарус 435-81 без автономного хода. Ввиду небольших заказов и высокой стоимости производства, Икарус 435Т был снят с производства в 1996 году. В 2006-2015 годах Икарус 435-81 подвергался двум различным модификациям. Модернизация в тип Икарус 435-81М проводилась длинными перерывами с сентября 2006 по май 2015 года. От немодернизированного собрата он отличался другим оборудованием Кайпе и сохраненной тиристорной импульсной системой управления. Модернизация в тип Икарус 435-81F производилась с января по май 2013 года. В отличие от предыдущей модернизированной версии, Икарус 435-81F оснащен асинхронным электрооборудованием и транзисторной системой управления вместо TESO.